основу компании Infineye у нас взят бизнес DS Domination, то есть изначально существовала компания, которая предоставляла людям автоматизированную платформу для продажи товаров на Амазоне и на eBay. И эта компания была очень успешна. За 2 года они продали, партнеры, которые пользовались этой платформой, продали более товаров, более чем на 2 миллиарда долларов и на Амазоне, на eBay. И люди заработали комиссионными около 400 миллионов долларов. Я немножко вам расскажу про торговлю на Амазоне, на eBay, чтобы вы немножко поняли вообще, что это такое. В Америке это достаточно популярный вид бизнеса, и любой человек потенциально может открыть себе торговый счет на Амазоне, например, да, вы заполняете определенную форму, и, в принципе, вы можете торговать. То есть Amazon там взимает порядка 39 долларов в месяц для абонентскую плату, первый месяц они дают бесплатно, и вы можете спокойно заниматься торговлей. Но возникает ряд вопросов. Во-первых, какие товары продавать? Есть товары, на которые есть большая наценка, и их никто не покупает. Есть товары, на которые есть маленькая наценка, и их все покупают. Есть товары, которые популярны, непопулярны и так далее. То есть возникает вопрос, вам нужно найти поставщика. Вам нужно, например, найти товар, найти поставщика в Китае или где-то там связаться. В Китае вряд ли будут заниматься изготовлением одной штучки. Вам наверняка понадобится купить 1000 изделий. Вам наверняка понадобятся какие-то деньги закупить эти 1000 изделий. Потом вы это отправляете на Amazon. Потом вам нужно это контролировать, весь этот процесс самому. Какая цена, продается, не продается, что пишут конкуренты. Например, есть ли какие-то негативные отзывы, там очень много моментов, то есть вы, например, продаете товары, какой-то человек, ваш конкурент, например, пишет негативный отзыв, и ваши статистики, например, падают. То есть там, я знаю людей, которые в этом процессе с утра до вечера, и да, они зарабатывают определенные деньги, но они также и вкладывают десятки тысяч долларов в то, чтобы закупить этот товар и процесс стартануть и начать зарабатывать деньги. Я знаю, людей заняло где-то 6-8 месяцев. И они еще все равно в таком состоянии каком-то не на полную катушку работают, да. Ну, просто вам небольшая реальность, да. То есть вы также можете делать это самостоятельно. То есть если у вас есть желание, вы можете открыть счет на Амазоне и заниматься этим вообще самостоятельно, без всякого Infineye вообще. Вот, то есть, чтобы было понятно. Также вы можете размещать свои товары на eBay, что-то будет продаваться, что-то не будет продаваться. То есть вы занимаетесь этим сами. О чем мы говорим? То есть что сделала платформа Infineye? То есть они упростили этот процесс торговли для людей. То есть они сделали возможным каждому человеку подключиться к торговле на площадках Amazon, eBay, Bonanza и других ресурсах. Прежде всего, компания вас обучает, что нужно делать. Если вы зайдете к себе в бэк-офис после регистрации, вы знаете, у нас есть... Давайте сейчас я открою экран. Вы знаете, у нас есть 3 разных пакета. Есть пакет на 50 долларов, на 150 и на 400. Мы сейчас к этому вернемся, сейчас я просто чуть-чуть вам расскажу. То есть, по сути, компания автоматизировала этот процесс, и вам теперь любой человек может, неважно в какой точке планеты вы находитесь, вы можете начать свои делать первые шаги и вторые шаги, и более профессиональные шаги в индустрии интернет-коммерции, интернет-торговли. Я понимаю, что у вас возникает с каждым днем, у вас возникает все больше и больше вопросов, ну и вы на них получаете ответ, все это постепенно приходит в норму, вы начнете профессионально всем этим пользоваться. Итак, что сделал Infineye? Компания сделала вам, например, такая платформа, она называется Springboard. На русский язык переводится как трамплин. То есть компания сама находит продукты, которые востребованы на рынке, которые продаются как горячие пирожки. Компания сама их закупает. То есть компания сама закупает эти пирожки, да? Компания также размещает их на своем собственном складе, например. Сейчас, секунду, один момент, ребят. Вот, значит, то есть компания сделала автоматизированно для вас этот доступ, есть платформа Springboard, то есть компания закупает продукты, которые гарантированно востребованы, такие товары. Ну, например, я на складе Infineye видел просто каких-то набор чашек, например, на которых нарисован Человек-паук. Ребят, будете удивляться, но в Китае этот товар, например, то есть закупочная цена этого товара стоит, там, например, 25 долларов, а продается он за 25. То есть
Просто что, то есть компания сделала расследование, исследование, там у них робот работает, который анализирует, какие товары нужны, какие не нужны, популярны, непопулярны. Короче, их там аналитические эти программы. И они берут просто для людей, закупили этот товар, там полный склад этого товара, например, по времени, то есть этот товар на один из складов Infinii, например, да. И наши партнеры, которые хотят делать первые шаги, используя платформу Springboard, на днях вы увидите, будет обновление, вы увидите перечень товаров, которые будут на Springboard. Вот. То есть вы сможете выбрать, какие товары вам нравятся, например, и там есть видеоуроки, вы просто по ним пройдете, посмотрите, что нужно сделать, шаг за шагом, бам-бам-бам, вы размещаете товары, и они, собственно, будут продаваться. То есть вы как бы их берете через Infinii, продаваться они будут на Амазоне, вы получите комиссию. Вот. То есть это первое направление, которое есть для людей, что вы сможете зарабатывать уже деньги. То есть и разные платформы, например, платформа за $50 там, или за 150, или за 400, дает вам разные инструменты, дает вам разное количество товаров и дает вам разное количество знаний, как это все делать. То есть вы можете, то есть начальный этап, средний этап и продвинутый этап. То есть я очень просто, быстро это объясняю, мы сейчас перейдем к слайду. Это первое направление, то есть как это будет выглядеть. То есть вы сможете сделать первые шаги, гарантированно начать зарабатывать деньги без вообще приглашения людей. То есть многих это интересует. Многие люди устали приглашать людей в разные там бизнесы. Второе направление, которое есть, это называется торговая площадка, она называется Marketplace. То есть компания сама разыскивает большое количество товаров, и она размещает их у себя на сайте. Marketplace будет доступен после Нового года, ребят. То есть мы об этом говорили, и есть, я покажу вам слайды. То есть там будет десятки, я бы сказал, там тысячи, там десятки тысяч товаров будет на этой площадке. И вы, то есть компания просто аналитически находит, не надо ничего, никто не закупает ничего, просто она находит в настоящем времени, что востребовано. Так, вы просто выбираете эти товары, которые вы считаете вам нравятся. И вы просто их там по определенной, там определенной схеме автоматизированной, вы как это выкладываете эти товары, например, на Амазоне, на eBay. Вот. Почему это интересно? То есть компания за вас делает большое количество работы. Она находит поставщиков, она обсуждает цены закупочные, она сформирует, значит, вот это описание этого продукта, фотографии, всю вот эту работу за вас проделывает. Так? И здесь взаимный интерес, то есть часть работа делает за вас Infinii, и часть работы делаете вы. То есть взаимный интерес. То есть вы сможете на этой платформе вообще торговать, даже вообще ничего не закупая. Представляете? То есть вы просто на своем аккаунте размещаете этот товар, который Infinii нашла, говорит, вот это выгодный товар. Все, вы его размещаете, и когда люди у вас покупают, они закупили у вас этот продукт, вы получили деньги. То есть ваша обязанность потом будет отправить эти деньги поставщику, и за эту работу тоже за вас делает Infinii, то есть весь этот процесс. И за эту работу небольшую комиссию они взимают. Кстати, комиссия меньше, чем взимает за вас Amazon или там eBay, это очень интересно. Хорошо, двигаемся дальше. Теперь есть люди, которые занимаются продажей товаров на Amazon. Я, например, знаю в Америке людей, которые там в год, например, зарабатывают порядка $300 000 в месяц, они с утра до вечера занимаются этим Amazon там, и так далее. И у них нету никакого, например, да, они занимаются этими товарами. И, допустим, если этот человек ко мне подходит и говорит, слушай, я занимаюсь товарами на Амазоне, продажей товаров на Амазоне. Если я начинаю тоже торговать по его рекомендации, то он ничего не получает. Видите, нету прямой зависимости от рекомендаций. В нашем случае, когда вы сами сейчас освоите все эти материалы, вы сможете сами торговать на Амазоне, на eBay, на Springboard, на Marketplace, то есть вы все будете вот шаг за шагом это все, весь все эти моменты освоите. Когда вы другому человеку, он скажет, слушай, Вася, а как ты деньги зарабатываешь? Или мне человек скажет, Леша, а как ты умудрился, например, в день $1800 заработать? Да? Я скажу, слушай, ну вот я на Marketplace разместил товары, там, бам-бам-бам, вот так вот сделал, туда-сюда, купил лицензию за $50. Он говорит, вау, я тоже так хочу, видите? Я ему уже порекомендовал этот бизнес. Он начинает делать торговлю, он начинает делать свои первые шаги в этом информационном бизнесе, и получается, в этой электронной коммерции, получается, компания начинает мне выплачивать комиссию, что само по себе очень интересно. Представьте, что человек может наторговать там на, я не знаю, со своей командой там на несколько миллионов долларов могут наторговать. Ну, не за один день, а во время. То есть, видите, то есть тут есть еще дополнительный источник дохода.
И он очень колоссальный. Значит, сейчас я хочу быстренько перейти к слайдам, чтобы вам показать. И еще и сегодня у меня в планах есть небольшое вам сделать там объяснение, что у нас сейчас происходит обновление, там про деньги люди спрашивают и так далее. Итак, значит, сейчас я сделаю, покажу вам бэк-офис и поехали. Мы сейчас с вами все это просто разберем, чтобы было вообще понятно, более понятно то, что я рассказываю сейчас. Все вот эти слайды у нас сейчас будут переводиться. Все вот эти слайды будут переводиться на русский язык. Мы для себя, то есть вообще хочу сказать вам, что Infinii сейчас только начинает свою работу. Даже в Америке это буквально началось, первая регистрация где-то порядка 10-12 дней назад. На русскоязычном пространстве все будет переведено к 15 января. То есть те люди, которые сейчас подключаются, вы все понимаете, что это предварительная регистрация, раздача, знаете, как в недвижимости, да, первой линии домов, первой линии около побережья. То есть вы сейчас первый, кто регистрируется, через вас вся будет вот эта остальная торговля происходить, интернет-коммерция, вот эта автоматизированная информация расходится через вас. Вот. В связи с этим хочу, чтобы вы сами себе дали время немножко в этом разобраться, не гнали лошадей. Мы только все это сами сейчас подключаем, осваиваем, поэтому все будет, берем на это немножко времени научиться. Итак, вот у нас есть слайды. Вы знаете, что раньше люди черпали информацию из телевидения, рекламы, газет. Сейчас люди открывают Facebook, YouTube там, и так далее. Раньше вы пользовались такси, сейчас вы открываете Uber, например, да? Раньше, например, вы покупали недвижимость и вкладывали деньги в недвижимость, сейчас компьютерное приложение стоит гораздо дороже, чем, например, вот здесь пример Hilton стоит 19 миллиардов долларов, и приложение для аренды квартир стоит 25 миллиардов долларов. То есть раньше вы ходили по магазинам, теперь вы сидите дома и покупаете все прямо в интернете. Я хочу вам сказать здесь, что Facebook, eBay примерно занимают 1,5 триллиона долларов торговли. То есть это сумасшедшая ситуация. И у Infinii AI есть просто торговые взаимоотношения с Amazon, eBay. И у них есть автоматизированная вот эта платформа, которая позволила людям без всякой сетевухи просто как пользователям этой системы заработать 2 миллиарда долларов. То есть продать товаров на 2 миллиарда долларов, а заработать, простите, 400 миллионов долларов. Я два дня назад был в Техасе, разговаривал реально с живыми людьми, я вам показывал видео, люди зарабатывали на этой платформе буквально там десятки тысяч долларов в неделю. И вот эта автоматизированная платформа, она называется Springboard. На самом деле она не одна, их здесь несколько. И это просто первые шаги в вашу электронную коммерцию. То есть вы сможете на полном автомате легко, без всяких каких-то трудностей начать вливаться в этот бизнес информационной, как электронной коммерции. Так? И вы сможете продавать продукты, видите, на которые будет хорошая наценка с минимальной ценой, продукты, которые востребованы, и любой может уже использовать вот эту платформу. И здесь вот у нас есть несколько примеров, то есть, например, пазлы стоят 3 доллара, на Амазоне вы их продаете по 12. Amazon берет на себя услуги по доставке, продаже, упаковке, я не знаю, все, что там надо там сделать. Вы получаете только комиссию в чистом виде. И таких товаров может быть очень много, они разные, на разные товары есть разная наценка, и у вас есть возможность выбирать. Значит, вот есть здесь реальный пример, что человек разместил набор посуды, который стоит 114 долларов, а ему это обходится 68, вот он заработал 46 долларов. То есть компания нашла для вас вот этот продукт. Так, и теперь у нас есть разные уровни доступа к этой платформе. Есть платформа за 49 долларов в месяц. Если вы хотите строить структуру, приглашать людей в этот бизнес, с тем, чтобы они тоже начинали торговать через эту платформу и получали вот эту информацию, то здесь абонентская плата в месяц 10 долларов. То есть вы можете либо просто как клиент купить себе эту платформу и использовать ее и зарабатывать деньги, там, например, от нескольких сот долларов до нескольких там, тысяч долларов, например, да, или вы можете также строить здесь структуру, раздавая эти лицензии и помогая людям. Мы сейчас к этому подойдем. Вот у нас пакет 50 долларов, есть пакет 150 долларов, есть пакет 400 долларов. То есть здесь есть
разные возможности заработка, и на пакете в $400 вы зарабатываете, естественно, почти в 5 раз больше, чем на обычном пакете. Вот, тут большое количество продуктов, мы все это с вами будем делать, тут есть разница, что, в чем они отличаются между собой, мы поговорим об этом. Вот у вас есть три продукта, они называются Prime, Search, Excel. Prime – это $50. Я говорю людям сейчас, что подключайтесь просто на пакет в $50, вы начнете потихоньку это все осваивать, и в процессе вы увидите, зачем вам нужен апгрейд на $150 или на $400. Вы уже будете получать деньги, вы уже поймете это все. Никто вас никуда не торопит, и нету здесь гонки никакой, так? Вторым направлением, то есть первое, что вы можете просто взять себе этот пакет и начать просто использовать эту информацию, зарабатывать деньги, никого не приглашая. Все. Но нужно чуть-чуть освоить это. И мы с вами этим будем заниматься. Компания вам к 15 числу все переведет, все будет нормально. Второе направление, вы можете приглашать людей, предоставляя им возможность построить бизнес. И здесь есть компенсационный план Infinity. Дальше поехали. Вот как это все строится. То есть здесь бинарный план маркетинга, вы приглашаете людей, они становятся в ячейку один за другим, то есть сначала вы пригласили Машу, потом Борю, потом Сашу, потом Рому, и люди так вот один за одним встают. Кого раньше приглашили, получают людей в систему, которые зашли позже. Раньше зайти интересней, люди находятся просто, кто раньше зашел, получает людей, которые зашли позже. Поэтому мы говорим, что сейчас те, кто подключается, получат всех тех людей, которых мы подключим через месяц. Вот. Поэтому вы будете получать комиссии от товарооборота, которые создали люди, которых вы пригласили. Также здесь очень интересно приглашать людей в первое поколение. Чем шире ваше первое поколение, тем больше у вас денег. Мы сейчас об этом поговорим. Например, вы пригласили Сашу. Саша со своей командой продала огромное количество товаров на Амазоне, на eBay, вы будете получать комиссию 5%, мы тоже к этому подойдем. Теперь, здесь очень интересный компенсационный план, в каком плане? В обычных бинарных маркетингах вы получаете деньги по короткой ноге. То есть у вас, допустим, в этом примере, у вас длинная нога может быть иметь десятки тысяч долларов, но деньги вам выплачивают по короткой ноге. Здесь очень интересно произошла такая компенсация. И здесь вы закрываете свой карьерный статус по длинной ноге, а не по короткой ноге. Это очень интересно. Но определенный процент должен быть в короткой ноге, и он очень небольшой. Дальше. Здесь из-за того, что здесь есть проценты за личное приглашение, 5% до бесконечности, ребят, мы сейчас тоже к этому подойдем. Вот у вас три источника формирования вашего дохода. Первое – это когда люди купили себе эти лицензии для того, чтобы прикоснуться и начать торговать или заниматься электронной коммерцией. То есть человек купил себе лицензию за $50 или за $150 или за $400. Видите, все эти лицензии складываются, как вот первый источник дохода, второй, да, эти лицензии складываются, так и начисляются вам бонусы. Второй источник дохода – это проданный товар с электронной коммерцией. То есть есть стоимость товара, есть его себестоимость товара, то есть, например, товар стоит $100, продали его за 150, доход составил, например, $50. Там есть определенная формула, как считаются вот эти очки от этого проданного товара. Так? То есть компания платит деньги не от оборота, то есть этих 5%, иначе это на самом деле было бы утопично. Да? То есть там есть определенная формула, как считается процент от объема проданных товаров и переводится в вот эти бизнес-очки. То есть, и вот здесь они пример привезли, что Маша продала на eBay какой-то там набор, там, я не знаю, там какой-нибудь там пазлы какие-нибудь, и вот эти 4 очка, допустим, с проданного вот этого товара попали в объем для начисления бонусов. Например, Марк или Маша, там, я не знаю, кто-то, он также, будучи партнером Infinity, по низкой цене себе, ну, например, там какие-нибудь кроссовки Nike, да, и на eBay они там стоят $70, а так как Infinity там имеет какие-то, вырулила низкие цены, то вы можете купить эти же кроссовки, там, например, за $30. Ну, примером, да, и такой. То есть
даже то, что вы сами через эту платформу купите сами себе, это точно так же будет заходить в объем. То есть или ваши партнеры что-то сами себе купят, например. Да? Это не исключено, это поэтому тоже дополнительный источник для нас, для всех доходов, товарооборота. Дальше. Вот так вот бизнес начинает расти. Люди покупают лицензии, люди начинают торговать, люди размещают товары. Все это приходит в совершенно какую-то колоссальную, огромную торговлю. Люди что-то себе покупают. И вот так начинает все это развиваться. Здесь также продаются цифровые продукты, какие-то услуги и так далее. То есть все это в одну копилку складывается. И так, таким образом у вас происходит эта торговля. Теперь, когда вы человеку подключаете и продаете ему лицензию, там, например, за $50, за 150 или за 400, вы получаете сразу комиссию 15%. То есть если у вас есть человек, который знает английский язык, он все посмотрел, ему все это понравилось, он говорит: слушай, классно, о чем я буду тут раздолевать, я сейчас сразу зайду на 400. Так, то вот вы сразу получили комиссию $60. Если люди новички, они только-только начинают вообще во все это въезжать, как мы с вами, да, то имеет смысл просто подключиться на $50, и вы получите свои 15% комиссию. То есть, хорошо. Двигаемся дальше. Как только вы подключаете двух людей на платформу, которые купили себе лицензию на $50, это могут быть просто клиенты, которые просто купили себе лицензию для автоматизированной торговли за $50, или это люди, которые купили себе лицензию за $50 плюс $10 для приглашения людей, вы получаете от компании $600 бонус. Как он начисляется? 70% компании выплачивает в сеть своим дистрибьюторам от заработанных денег. 6% от этих 70% компании выплачивают на этот бонус. Так? То есть получается, допустим, компания заработала $1000. $700 она выплачивает дистрибьюторам. 6% от этих $700 компания распределяет среди новичков. Ну, просто, чтобы было понятно. То есть такой, на маленьких суммах такой пример. Поэтому, исходя из этого, вот что нужно сделать. Первое, что вам нужно сделать, это вы подключились сами, и вам нужно подключить двух людей на пакеты по $50. Они могут быть клиентами, или они могут быть людьми, которые зашли в бизнес. Это очень просто. То есть таким образом мы двигаем систему дубликации. Теперь, как начисляются эти комиссии? Допустим, вот вы пригласили двух людей, и эти ребята продали что-нибудь на Амазоне, на eBay, или они там еще кого-то подключили. Вот продана лицензия на $50 дает вам 50 очков. Вот представьте, что они сделали там 100 очков слева, 100 очков справа. То есть вот ваша активность 200 очков, например, в группе. Да? Тут есть коэффициент. Тут есть коэффициент, например, вот здесь вот есть пример. То есть получается, что ваш объем вот этот составил $200, то есть торговля составила вот это $200. Так? Теперь коэффициент 1,5, и вот эта торговля составила $300. Так? То есть умножает на коэффициент 1,5, и вот эти $300 в течение месяца вам будут выплачены, например. То есть как, вот так это происходит. Если будет торговля больше, чем на 300, то есть, и таким образом до тех пор, пока вам не выплатит компания $600. То есть не хочу, чтобы тут было это все не очень понятно, хочу, чтобы было это все понятно. То есть вот вы пригласили двух людей, они пока сделали 50 и 50 и больше никого не пригласили. Хорошо, это 100 очков, $100. $100 умножаем на 1,5, это получается 150. Вот в течение месяца вот эти 150 будут выплачены. Остальные, значит, будут выплачены дальше по мере того, как это все будет дальше развиваться. Хорошо. До момента, когда вот эти люди выполнят, до момента, когда, в общем, будет все это выплачивать, до момента, когда вы получите $600. Дальше поехали. Таким образом, у нас в бинарном плане маркетинга вы можете зарабатывать комиссионными до 20% по короткой ноге, до $50 000 в неделю, это по бинару. Теперь, здесь нету никаких циклов, как в других бизнесах. Здесь вам просто выплачивают 10, 15 или 20% от товарооборота по короткой ноге. Если мы говорим вот от проданных лицензий, допустим, или от суммированного, то есть лицензии плюс
бизнес, вот эти очки от проданного товара. Сейчас мы следующий слайд это все объяснит. То есть на статус, на первый ваш самый ранний статус это билдер, потом у вас менеджер, потом региональный менеджер, потом национальный менеджер, директор, главный директор, руководитель директор, президентский директор, амбассадор. Вот многим нравится этот статус амбассадор, название такое интересное. Вот. Многим нравится бриллиантовый амбассадор, мы сейчас к этому подойдем. Вот представьте, что у вас в короткой ноге товарооборот составил 8 тысяч долларов. И вам компания выплатит 10% от 8 тысяч долларов, это 800 долларов. Если в длинной ноге у вас 9 тысяч долларов, в короткой 8, вот по короткой ноге, по бинару вам компания выплатит. И мы сейчас перейдем к тому, что здесь есть еще и личные приглашенные, люди 5%. Смотрите. Теперь, вот вам следующий вариант. Вы закрываете свой следующий статус, в короткой ноге у вас 28 тысяч долларов, в длинной 39, соответственно, компания выплатит вам 15%, 4200. Здесь активность считается по неделе, поэтому вот раз в неделю мы будем с вами выносить себе домой вот эти деньги. Теперь представьте, что у вас в короткой ноге товарооборот произошел 98 тысяч долларов, соответственно, 20% вам компания выплатит. 19 тысяч долларов. А теперь бесконечные выплаты 5%. Это очень интересно, потому что вы здесь зарабатываете 5% на все бизнес-очки, которые сгенерированы вашей персонально приглашенной командой. То есть я сейчас хотел бы это прояснить. Здесь, когда вы, вот многие из вас увидели, что вы получили в команду людей, которых вы не приглашали. Вы открыли бы офис, и вы увидели людей переливами, они к вам попали. Так вот, по бинару вы будете получать комиссии от людей, которых вы не приглашали. Они будут вам засчитываться в очки. То есть, допустим, вы сегодня подключились, прошло 2 дня, и вы видите 26 человек в вашей команде, которых вы не приглашали. Так, все эти люди купили себе какие-то пакеты, вы видите, что там достаточно много очков. Так, и вы начинаете строить свою другую ногу, и по короткой ноге вы получаете комиссии. Это деньги, которые вы получите по бинару. Что касается очков, вот этих, что касается 5%, это деньги вы будете получать от вашей команды. То есть это бизнес-очки, которые сгенерированы вашей командой. И вот здесь есть пример. То есть вы пригласили в этот бизнес Машу, Пашу, Степашу, Колю. И вот эти ребята создали товарооборот. Они там продавали утюги, чайники, я не знаю, кофемолки, пазлы какие-то на Амазоне, на eBay. Вот. Еще раз скажу, есть формула, которая считает вот эти бизнес-очки. Так, там определенный процент. Потому что есть себестоимость, есть наценка, есть доходность, есть комиссия, которая взимает Infinity за помощью в организации этого всего. Так? И таким образом формируются бизнес-очки, и вот 5% от бесконечного, вот этот, бесконечной торговли людьми через эти площадки. Допустим, вы пригласили Васю, Вася пригласил, там, создал команду в 1000 человек, все эти ребята там напродавали на 1 000 000 долларов, вы получаете 5% от этих бизнес-очков. И вот здесь есть пример. Например, Сэм и его вся команда создали 19600 вот этих бизнес-очков, бизнес-волюмов, вы получаете 5%. Вы пригласили еще Машу, Маша с командой сделала торговлю, вы получаете 5%. Ребята, это могут быть совершенно сумасшедшими количествами, то есть, денег вообще, поймите, это десятки тысяч долларов, это безлимитная вообще ситуация. Потому что вы в глубину получаете эти 5% до бесконечности. Поэтому имеет смысл, вот он здесь пример на этих слайдах есть, что вы пригласили 4 партнера, каждый из них там, допустим, в среднем на 20 тысяч очков сделал торговлю, соответственно, в сумме за месяц это принесло вам порядка 15 тысяч долларов за месяц. Вот. И здесь... Видите, здесь есть слайд, зарабатывайте до 200 тысяч долларов в месяц на каждом персонально на каждой приглашенной линии. То есть вы можете иметь широкое первое поколение и за каждую вот эту, с каждой такой линии до 200 тысяч долларов. Ребят, безлимитный компенсационный план на самом деле. Вообще просто ураган.
Вот здесь у нас есть также еще 5 дополнительных бонусов подъемных. Мне особенно нравится, сейчас о нем буду рассказывать, бонус, который начинает на уровне директора. Это просто песня какая-то. Значит, кстати, объясню сразу, почему имеет смысл. Значит, смотрите, когда вы начинаете бизнес, вы подключаетесь на $50. Вы подключили двух партнеров, соответственно, по определенной схеме вы получите свои вот эти $600. Так? И компания говорит, ребят, ну в среднем вы будете зарабатывать где-то $260 в неделю. То есть это $1000 в месяц. А дальше вы пригласили этих двух людей, а у вас как-то достиг товарооборот, например, в левой команде, вот эта колонка, выделенная колонка. Я сейчас перекручу, чтобы у нас красный. Вот это, например, колонка. Макс PET, это активность. Вот это ваша активность, $50. Если, допустим, суммарная активность, вот это здесь 750, суммарная активность у вас достигла $750, например, в неделю, и в короткой ноге $375, то вы закрываете свой следующий статус менеджер. Если вы сейчас зайдете к себе в бэк-офис, кто уже имеет команду слева, команду справа, вы можете, сейчас мы просто ждем обновления, когда будет правильно считаться ваш текущий статус, оно где-то будет в течение 2 дней отображено, мы видим сейчас сообщение, я потом подойду к этому. То есть вы увидите в бэк-офисе, какой у вас статус, сколько у вас очков в воскресенье. Но сейчас вы можете уже сейчас зайти и посмотреть, сколько ваша лично приглашенная команда сгенерировала очков. То есть вы пригласили Васю в бизнес, Вася с его командой слева и справа, вы можете посчитать, если у вас есть уже 750 очков в сумме или 375 очков в короткой ноге, то вы от компании, считайте, уже заработали бонусом $1200. Он будет также выплачен вам в определенный, он размазывается, соответственно, там еще говорили вам, в среднем это 2-4-6 месяцев он вам будет выплачен. Дальше. Вы закрываете свой следующий товарооборот, это от $3000 в сумме ваша приглашенная команда генерирует этот оборот. Соответственно, вы получаете бонус $1800, и здесь $1000 в неделю средний чек. То есть, если вы только начали работать, то есть в среднем вот $4000 в месяц плюс бонус, ну, нормально уже можно жить уже как-то это, хоть что-то, да? Это только начало. И здесь в короткой ноге у вас должно быть 1500 очков. То есть, если вы сегодня просто откроете свой бэк-офис, не дожидаясь, когда будет обновление с очками, то вы можете уже посмотреть, какой у вас товарооборот создали вы и ваши люди, у вас в левой команде, в вашей правой команде, и примерно посчитать, какой у вас статус, сколько у вас денег, пока мы ждем это обновление. Национальный директор. Да, и чтобы, кстати, быть квалифицированным вот на этот статус региональный менеджер, вам нужно, соответственно, вот региональный менеджер, иметь пакет на $150. То есть к этому моменту вы увидели, что у вас уже товарооборот близок, уже все нормально, просто сделайте апгрейд, и самое интересное, нужно будет доплатить только разницу $100. А у нас на сайте сейчас есть новости, я сейчас, когда закончу здесь, я перейду на новости, переведу вам, помогу на этом, в этом тоже разобраться, там очень много хороших новостей. А мы сейчас все стремимся закрыть статус директор. Статус директор, это очень интересный статус. Как только вы достигли статус директора, то вы получаете от компании бонус, $10000. Если вы закрыли это за 90 дней, вы получаете дополнительно $10000. То есть вас компания стимулирует, чтобы вы быстро поднимались по статусам и быстро закрывали вот этот статус директора, $20000. Для этих целей вам нужно иметь товарооборот $30000 в вашей личной команде. Переливы от спонсоров здесь не учитываются, только учитываются люди, которых вы пригласили вы сами и их созданная команда. Поняли? Но переливы считаются вам для бинара. То есть другой вид источника дохода – это ваш бинар, помните. Теперь, что такое 60%? Меня люди спрашивают, я сейчас объясню. Это процент, который может быть у одного человека в вашей нижестоящей структуре. То есть, например, вы пригласили, например, Васю и Петю. Так вот, у Васи, если у Васи будет 70% торговли, а у Пети оставшийся оборот 30%, вы этот статус не закроете.
Надо, чтобы у Васи было 60, максимально 60% от торговли, а у другого человека 40%. Или, например, вы пригласили ваше первое поколение 10 человек, и у одного очень дела идут, просто он там один весь делает товарооборот, 90% товарооборота. То есть тогда вы не квалифицированы. Вам надо сделать так, чтобы у вас товарооборот был распределен среди ваших людей. Максимальный товарооборот у одного человека, который может быть в одной цепочке, это 60%. То есть в одной цепочке под одним человеком. И чем выше ваш статус, тем, соответственно, у одного человека по одной цепочке может быть только не больше, чем 30% товарооборота. Поэтому имеет смысл иметь широкое поколение, приглашать много людей в первое поколение, помогать им строить также первое поколение, помогать им осваивать все эти инструменты. Но мы этим всем и занимаемся. Поэтому здесь у вас есть и этот бонус пригласить двух людей, помочь вашим двум людям пригласить двух людей, и вашим тем четырем людям помочь пригласить двух. И компания вас поощряет иметь больше, чем одного человека в первом поколении, чтобы вы получали вот этот бонус 5%. Это для этих целей это все сделано. Теперь, здесь есть очень интересный зарплатный бонус, такой пенсия. То есть, когда вы достигаете с командой товарооборота 600 тысяч долларов в неделю, вы получаете, при этом у вас должен быть 20 тысяч долларов в короткой ноге. Помните, мы говорили слайд, что вы здесь закрываете статус не по короткой ноге, а по длинной. То есть, видите, если у вас в длинной ноге 600 тысяч долларов товарооборот, замечательно, то есть вы все равно закроете свой статус и получите от компании бонус 150 тысяч долларов. И в течение 2 лет компания вам будет выплачивать по 1000 долларов в неделю пенсию. То есть представьте, что вы вот сейчас сделали 1600 тысяч долларов товарооборот, у вас статистика упала, ну, допустим, лучше бы она всегда росла. Она вдруг провалилась, но компания 2 года вам выплачивает деньги. Потом бац, через там полгода вы опять статистику подняли, закрыли свой следующий статус амбассадор, и вам компания выплачивает 5 лет 40 тысяч долларов. Плюс они еще продолжают вам выплачивать вот эти предыдущий бонус 2 года. Представляете, то есть тут просто песня. Вот эта колонка с бонусами, ребята, вот эта колонка achievements, вот она. Вот предпоследняя колонка справа, это достижение, это бонусы. То есть нас с вами ждет главный директор, бонус 20 тысяч долларов. Нас с вами ждет бонус эксклюзивный директор. Вот. Что я хочу вам сказать, ребят. Почему люди не зарабатывают деньги или там не чувствуют себя хорошо в жизни? Потому что у них нет системы. Чем нам повезло, у нас есть система. И мы с вами подключились к этой системе. Понятно, что мы будем с вами сейчас поднимать нашу компетентность. У нас будут вопросы, мы их будем прояснять. Но у нас уже в руках есть система, мы уже начали в этой системе двигаться и продвигаться. Поэтому нам очень повезло. С уровня директора вы вот начинаете получать вот эти 5% до бесконечности. Значит, глобальный бонус. С уровня директора вы начинаете зарабатывать 2%. Вы делите эти 2% от дохода с другими директорами. И чем выше у вас статус, тем, соответственно, больше у вас денег. Значит, компания говорит, ребята, если вы просто делаете две простые вещи. Вот видите, ну тут они написали 3 шага, давайте так назовем, 3 шага. Первое – это пригласить 2 партнеров, так? И второе, что вам нужно сделать, это обучить ваших людей, как сделать шаг номер 1 – пригласить 2 партнеров. И шаг номер 3 – это обучить ваших 2 партнеров, подключить 2 партнеров. Если вы будете просто делать эти шаги и ничего другого, то в течение 90 дней вы закроете свой статус директора и получите свои 20 тысяч долларов. Параллельно мы занимаемся вот этой торговлей на Амазоне, на eBay. Параллельно мы используем вот эту платформу. Параллельно мы ждем, когда нам включат платформу для маркета, чтобы вы могли торговать по полной программе, уже используя продукты из большого ассортимента. И параллельно вы изучаете, как вы продажи товаров на Амазоне, на eBay по тем видам есть. То есть у нас тут очень много инструментов. Поэтому первый шаг – это получить первый бонус 600 долларов, пригласив 2 людей, так, и начать изучать материалы по электронной коммерции. Значит, это касается этой штуки. Сейчас перейдем к этим слайдам, которые вот у нас тут есть. Первое – 50 долларов, значит, подводим итог. Вы получаете 15 продуктов для торговли на платформе Springboard. 15 продуктов. У вас есть
технология, как создать аккаунт на eBay, на Amazon, на Google, как размещать там товары, как их там, как сделать лист этих товаров, как сделать продажу, как и так далее, и так далее. То есть тут все материалы, все видео есть, обучение и даже есть программа, которая все это делает. Вам также будет, вот новость здесь они пишут, программа, которую вы получите еще в январе 2016 года, которая позволяет там что-то тоже оптимизировать. Значит, $149 вы получаете продвинутую систему анализа, стратегии, тренды, какие продукты в какой сезон пользуются спросом, например, елки в Новый год, да, и ласты летом, ну типа такого. Также, как вы можете увеличить свой трафик на те товары, которые вы уже имеете, как дополнительных людей туда приглашать. Также вы используете вот эти платформы Shopify, электронная коммерция, Magento, то есть много тут чего. И вот это будет дополнительная платформа для маркетинга первый квартал 2016 года. Также обучение и аналитическая программа, которая будет в январе 2016 года. Дальше, Excel. Тут уже больше продуктов, у вас уже 60 продуктов. Здесь вы получаете продвинутые инструменты, как делать больше продаж на Амазоне, на eBay, как использовать, значит, обратные бонусы, знаете, когда там получаешь комиссии за то, что продаешь какие-то товары, то есть там целая технология есть. Вот. Как сделать так, чтобы ваши товары имели ваш собственный бренд, как сделать, как импортировать ваши собственные товары в эту во всю систему. И здесь тоже будет как специальное программное обеспечение, как делать новые цены там на товары, как вести учет ваших товаров. То есть это уже глобальный большой бизнес, ребят. То есть пакет $400 в месяц – это уже для про, для тех людей, кто хочет продавать там, на десятки тысяч долларов в неделю этих товаров и уже ну, реально выруливать большие деньги. То есть мы с вами просто делаем бэйби-шаги, шаг за шагом, мы все вот это с вами освоим. Вот, значит, так, что еще? Теперь по поводу объявлений, которые у нас есть на сайте. Итак, значит, многих интересует, значит, сразу скажу, что сейчас количество людей в вашей левой команде, в вашей правой команде, оно не отображается корректно, а компания об этом в курсе, и сейчас программисты делают обновления, и скоро это заработает правильно, поэтому, пожалуйста, не переживайте, это все будет сделано. Теперь следующее вот объявление на главной странице. 18 декабря в 12 часов ночи, то есть это в 7 утра по московскому времени, закончилась предыдущая платежная неделя. Она была длинная, то есть в одну платежную неделю она у нас была с 4 декабря по 18 декабря. То есть весь товарооборот, который был создан за это время, он будет суммироваться как одна неделя. Не как две разных недели, а как одна неделя. И поэтому люди закроют свои статусы из расчета вот этих, сколько у нас, 14 дней. То есть это ну, как бы вот от компании такое сообщение, что вы закроете свой статус. Вы поняли, да? Представьте, что вы за две недели подключили, например, 20 человек. Если бы они считали, что вы подключили этих 20 человек за две недели, то вы могли бы не квалифицироваться на свой следующий бонус, например, там $1200. А так как они вам считают всех этих подключенных людей за одну неделю, соответственно, как одна неделя, соответственно, вы, большинство из вас квалифицированы на все продвинутые бонусы. Вот, я знаю, что уже очень много людей как минимум заработали за вот эту неделю, что мы сейчас работали, 1200 комиссионными, ну, по $2000. Вот. Теперь, поэтому компания не будет, вот здесь написано, не будет делать никакие ограничения за вот те уровни, которые вы достигли за это время, она их будет считать, как будто вы сделали их за неделю. Дальше. Здесь есть сообщение. Есть люди, которые открыли себе аккаунт в период с 4 по 10 декабря. Но здесь есть сообщение, что у них не будет взиматься повторная абонентская плата за платформу. То есть вот это я хочу расшифровать чуть-чуть и задать более подробный вопрос, потому что мне самому это пока не очень понятно, что это имеется в виду.
Так, теперь, вот это очень классное сообщение для всех ребят, кто охотится за бонусом в 20 тысяч долларов. Значит, компания сейчас обновляет веб-сайт. То, что у нас сейчас есть, это временная версия. И у каждого будет свой собственный веб-сайт, навороченный там со всеми, значит, с реферальными ссылками и так далее. И поэтому компания, когда выпустит вот это обновление, с этого момента компания будет считать вот этот период 90 дней для достижения бонуса. То есть сейчас то, что происходит, это предварительная регистрация. Даже то, что вы сейчас уже регистрируете людей, помогаете им зайти, и они делают оплаты, вы накапливаете эти очки. Будем считать, что это как фора такая, да, то есть нам дают такую фору. Поэтому, ребят, мы ждем вот этот момент, когда нам дадут сайт, и уже с этого момента начнется вот этот отсчет 90 дней. То есть, соответственно, если вы пока не тормозите и уже сейчас строите команду, то представьте, что когда выпустят сайт, у вас уже будет, например, 100 человек слева, 100 человек справа. Естественно, вам там неделю пальцем шевельнуть, и у вас этот будет бонус в кармане. Представьте, как это классно. Поэтому не теряйте время, приглашайте людей. Значит, что здесь? Здесь пишется, что автоматическая система размещения, вот этой LC, автоматическая или система размещение товаров на eBay, они ее сейчас включили. В общем, здесь на эту тему так. Ну, в общем, они говорят о том, что этот видеоурок, они обновили видеоуроки, то есть кто из вас знает английский, вы уже можете сейчас зайти и начинать это все использовать. Вот. То есть у нас наша сейчас пока основная проблема, что к 15 января все товары будут переведены, все видео будут переведены на русский язык, компенсационный план будет переведен на русский язык, поэтому у нас будет больше информации, которую мы с вами можем использовать. Значит, обращаю ваше внимание, что здесь вот эта шкала оплат, отчеты, выплаты, запрос на выплату, биллинг, значит, вот эта информация сейчас будет обновляться, следите за этим. И здесь вы сможете внести свои платежные реквизиты, то есть карточку или банковский счет, на который вам выплатят деньги. То есть это в течение где-то нескольких дней здесь эта штука появится. Вот. И возвращаемся сюда. То есть мы с вами сможем увидеть очки. И вот здесь вот я хотел вам сказать, что вы увидите свои заработанные деньги, которые будут у вас отображаться как в ожидании выплаты 20 числа воскресенья в 12 часов ночи по центральному американскому времени, что будет равняться 7 утра понедельника. То есть с 7 утра понедельника по Москве вы сможете видеть свои деньги как... сейчас один момент, ребят. Булочка. Can you sweetie wait for me 5 minutes? Окей. То есть вы сможете вот эти балансы свои заработанные деньги видеть как в режиме ожидания выплаты вам в понедельник в 7 часов утра по Москве. То есть это... И компания пишет, что первые комиссионные, которые будут выплачены. Еще раз хочу вам сказать, что мы прикоснулись с вами к такому большому, к большой электронной коммерции. Это большой глобальный бизнес, ребят. То есть Amazon, eBay, они продают где-то на 2 триллиона долларов товаров в год, вы понимаете это? И мы получаем инструменты, как в этом бизнесе двигаться, продвигаться, ориентироваться и строить большую финансово-карьерную такую карьеру. Еще раз, у нас мы делаем все, чтобы побыстрее перевести все материалы, чтобы вы все сами могли начать этим всем пользоваться. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, через спонсоров задавайте эти вопросы, мы все будем прояснять, отвечать на эти вопросы. То, что мы знаем сами, мы сейчас будем вас проводить обучение, всегда будем вам передавать горячие новости, информацию. Поэтому просто чуть-чуть дайте себе время, но тем не менее это время вы тратите с пользой, расширяйте свою команду, приглашайте новых партнеров. То, что вы сами узнали, быстро обучайте своих других людей. Ну, то есть вот в таком плане мы сейчас будем двигаться. И я знаю, что многие люди уже сейчас расширяют свою команду, подключают новых людей. Многие люди очень хорошо уже сейчас разбираются в торговле на Амазоне и eBay, и
Я знаю, в нашей команде есть такие люди, которые сразу поняли, что это очень серьезный бизнес, и начали приглашать серьезных уже партнеров в этот бизнес. Поэтому сейчас очень все быстро развивается. И вы, на самом деле, оказались в таком хорошем привилегированном положении, что вы первые люди, через которые все сейчас это продвигается. Мой вам совет – сделайте апгрейд, если вы подключились по временной ссылке и не сделали апгрейд на $50 и на 10, сделайте апгрейд, начинайте подключать ваших друзей и знакомых к этому бизнесу, помогите им войти в этот бизнес. Так, думаю, что на следующей неделе мы начнем уже по русским слайдам проводить презентации. Сейчас за выходные мы их переведем, то есть это вот такой план. И, в принципе, я хочу провести на следующей неделе несколько обучений уже по использованию этих инструментов, чтобы вы уже увидели, как это все реально работает. То есть это вот план мой на следующую неделю, всю нашу российскую команду, не дожидаясь переводов, чтобы мы уже подключились и начали пользоваться платформой Springboard вовсю со следующей недели, чтобы вы уже начали зарабатывать деньги не только на строительстве команды, но и на реальном использовании наших продуктов. Вот, собственно, вот такой у нас план. Хорошо. И также на следующей неделе я запланировал две встречи с руководством компании. То есть мы сделаем так, что вы запишете все свои вопросы и вы зададите их руководству компании. Там либо это будет Джейсон Роуз, либо будет это Кен, либо это будет Хитаж. То есть мы сможем все свои вопросы с руководством компании осветить. Я предполагаю, что эта встреча будет в среду или в пятницу, на следующей неделе. Вот. И в понедельник я хочу пригласить Кена, чтобы он профессионально объяснил слово за словом весь компенсационный план на английском языке. Он будет говорить одно слово, я переведу, он говорит второе слово, я переведу. И это будет такой компенсационный план, который мы услышим из уст создателей этого компенсационного плана. Я думаю, что многим это понравится. Значит, спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть вопросы, пишите, подключайте людей. На самом деле, завтра воскресенье – продуктивный день. Мой вам совет к Новому году – заработать большие деньги. Можно прямо сейчас, начав работать. Выплаты начинаются, так что все, вы увидите комиссию свою на следующей неделе. Ну, собственно, все, я уже рассказал, не буду повторяться. Все, ребят, спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, вам как-то помог немножко разобраться со всей этой кухней и чуть-чуть вам помог лучше ориентироваться. Всего вам доброго, до встречи в эфире, до свидания. С вами был ваш верхний спонсор Фомин Алексей, Флорида, Соединенные Штаты Америки. Успехов!